Хочешь себе хорошее оформление, но нет денег или не можешь сделать сам, у меня есть для тебя решение. Это мой самый большой конкурс на дизайн. Помимо оформления, там еще есть дизайн от меня, естественно, превью. Всегда хотел найти самый лучший дизайн по соотношению цена-качество, тогда тебе сюда. Только у меня. Самые низкие цены на великолепный дизайн. Эй, лидеры кланов, обращайтесь к нам за логотипами. Ну, не только лидеры кланов. Не спрашивайте, что у меня с голосом, он немного поломался, а еще у меня немного нос заложен. А еще, если вы на дух не переносите трешак, то не смотрите этот ролик, это самое трешовое, что вы когда-либо видели. Я специально все сделал так. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Вот это поворот! Зря ты сказал, мне теперь название ролика надо менять, ну ладно. Мувы, сборки и многое другое, причем еще и стендов 2. Все, что вам интересно и все, что вы хотите найти, вы найдете на этом канале. Ссылка в описании. И всем привет, дорогие друзья. Мы с друзьями снимаем новое видео на карте маньяка в квестной жести. Привет, Андрей. Да, давай, погнали. Привет, ты Том-тур. О, прикольно. Нычка мне нравится. А нет, это не нычка. Что это там такой стоит? Красавчик. Хуя. Короче, погнали, сейчас телепорт покажу. За который меня все убьют. A few moments later. А что следующее будет? Хз, где телепорт, но он где-то тут был. А вот, я нашел телепорт. О, я нашел. Этим так кайфово наблюдать. Давай, брат, давай. Маньяк, зайди в клип. Ты же можешь. Тут нет читов. А мне похуй, потому что я читер. А вот это вот мы вырежем. Отлично. Погнали, сейчас покажу нычку. Вот, если что, я вот прыгаю. А вот вижу, вижу. Ну. Так. Вот сюда. Вот. Да. Пацаны делают. Нет. Телепорт. А я тут в углу посижу, ебать. Ты ссышь в углу? Здорово, Никита. Ты куда? Нема ты флеш. Сука, ебать, блядь. Сука, блядь. Помогите, помогите. Ну и чё? Чё такое? И да, маньяк нападает. О, маньяк, привет. Но он сидит на балконе, и он, короче, целится в меня. Гранат с него попадает в лоб. Гранат отлетает от меня. Прямая пир, эй, пацан на крыше. Пацан на крыше, подойди сюда. Да, нет. Я тут. Бум дун 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 дун. Он не выкопил его. Снайкнули по люди. Прикиньте, мы сейчас образовали треугольник. Поймаю. Думаю, что заканчивать будет. Я проснулся в 6 утра. Понимаю, я в 5. Прикольно. Даже не представляю, что ты делал, зачем ты проснулся в 6 утра. Да и нет, я проснулся в 6 утра, потому что это, батя начал движение. Паркур, что ли? Думаешь, ты, что он в туалете там паркурил? Да. Каково? Тушься, тушься. Я там напердел, а он сюда залез. Ко мне в кабинку. Где ты напердел? Да, это была одиночная кабинка. Сразу ушел на колонки, все. Видео. Никто это не слышал, наверное. Да, нет, да. Не слышал. Сколько сестре лет? 24. А мне сегодня какой-то, знаете, чувачок позвонил. Я такой отвечаю. И он такой... Ну, блядь. Он такой... Весь такие... И потом поебались. Я ему говорю... Пока, блядь, еблан нахуй. А он что? Ничего. Он через диспетчер, у меня диспетчер задач... Ну, блядь, не диспетчер задач. Защита, сука. Позвонил, позвонил через диспетчер задач. Подожди, я угораю с твоего смеха. Хватит так смеяться. A few moments later. A few moments later. Я... О, у меня есть еще есть одна топовая нычка. Как амакафо. Нет, как амакафо был по-другому. Смотрите, стойте, стойте. Я вот, если что, на спауне. Прыгаю. Если хотите, идите, но у меня топ-нычка. Тут это без шансов. Сейчас, блять.
Как и Макафо. О, я в нычке. Ой, я себе ник. Это звезда, какая топовая нычка. О, мне Хикару что-то написал. О, Маньяк. Маньяк, привет. Ты знаешь, как сюда залезть? Вомер. Ой, ладно. Сваливаем. Так, валим. А, вас что, спалили? Лол. А, в смысле? Короче, пытался до меня достать, но так и не достал. Вомер, вон там, вот там, вот там, вот КТшник, КТшник, КТшник. Я серьезно тебе говорю, Даник там. Слышь.